Леша, расскажи, как мужчина, воспитывающий сыновей, насколько важна роль отца в жизни мальчиков? О, конечно, она очень важна. Прежде всего, ты показываешь своим сыновьям пример. Вот. Это да, вот здесь я полностью соглашусь. А ты как считаешь? Ну, я полностью с тобой согласна. Сегодня, как ты помнишь, Международный день мужчин. Да. И наши коллеги решили пообщаться с первоуральцами и узнали много всего интересного. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о существовании Международного мужского дня? Сейчас каждый день праздники. Ну, тоже верно. Вот есть женский, а есть мужской. Как нет, считаете? Нет, не слышала. А теперь будете праздновать? Конечно. Мужчинам привет передадите, поздравите кого-нибудь? Ну, кто был, наверное, служил там. А просто мужчин? Кто не ну, всех поздравляю. Всех поздравляю. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о существовании мужского международного дня? Ну, в принципе. Знаете? Ну. Отмечайте. Ну, всяко бывает. По-разному, да? По-разному. А давайте поздравим дорогих мужчин с этим праздником. Да, рановато, наверное, еще. 19 ноября. Да? Да. Ну, об этом я не знала вообще-то. Вот, а давайте поздравим. Ну, Чего пожелаем им? Ну, что пожелать, наверное, здоровья, счастья, что еще, любви, благополучия в семейной жизни. Ну, хватит, наверное, пожелания. Недостаточно. Отмечайте? Ну, нет. Нет, не отмечайте. А как считаете, вообще нужен такой праздник? Ну, конечно, нужен. Женский есть, мужской нужен. Ну, конечно, поздравляю. Желаю всем здоровья, счастья в жизни и успехов во всех делах. Поздравите, может, мужчин? Привет передадите кому-нибудь? А всем мужчинам Первоуральска привет передам. И всех с праздником. Да, с праздником. Да, да. Дорогие мужчины, с Международным мужским днем.